和雨下，剪影凝神成疤，把几番春秋冬夏，一碗滴水一段春夏，春夏怎奈金戈铁马，别无论旧生牵挂，牵挂最满狂沙，谁道此心暗处是无相，我心暗处在你身旁，谁念前仇旧恨且想我，热泪抹怨西风凉，谁叹相逢一算梦一场，披坚之锐终不忘，谁问滔滔江水去向何方，只守天涯共逐了。наставник, неужели нет жизни без страданий? Только у тех, кому повезло. Они могут родиться свободными, только если их родители страдали за них. Связь с прошлой жизнью. Нам с тобой так не повезло. Маленький принц! Маленький принц! Маленький принц! Маленький принц, где же вы? Маленький принц! Маленький принц! Маленький принц! Хватит озорничать, маленький принц! Если станете монахом, как сможете позаботиться о своей семье, маленький принц? Ваш отец и покойный император, они наблюдают за вами с небес! Выходите, маленький принц! Хватит прятаться, маленький принц! Наконец-то он устал и перестал кричать. В конце концов, я победил. Евнух Ван, я принес тебе диких фруктов, чтобы смочить горло. Евнух Ван! Я еле живу со своим изможденным телом. И не смог выполнить того, что поручил мне император. Мне нет прощения. Если вы сожалеете, то не делайте мне могилы, чтобы после смерти моя удача не ослабла. Прошу, предайте мое тело огню и развейте прах над Восточным морем. Так я смогу уплыть на север, в свой родной город. Евнух Ван, я был неправ. Больше не буду прятаться. Выходи! Не пугай меня. Подойди, ладно? Наставник, прошу, спасите его! О, Амитаба, все люди страдают. Надеюсь, он избавится от мучений. С тех пор он совершенно изменился. Внимательно изучал литературу и боевые искусства. Думали, что он не вернется после того, как покинул Пенлай. Неожиданно мы встретили его вскоре после отъезда.
Тогда он уже был отравлен леденящим до костей ядом. Если бы я знал заранее, то позволил бы твоему наставнику сделать тебя монахом. Дядя, не расстраивайся. Наоборот, я чувствую себя спокойно. Я заблокирую леденящий до костей яд внутри твоего тела своей силой, чтобы ты мог жить. Но ты должен пообещать мне больше никогда не использовать боевые искусства. Неудивительно, он всегда говорил, что его жизнь была несчастной, неблагодарной. Но он ничего не может с этим поделать. Госпожа, нам правда нужна твоя помощь. Но, испытав сегодня самую сильную боль и большую радость, ты должна быть в смятении. Почему бы тебе не отдохнуть? Все равно мы никуда не торопимся. С тех пор, как выбрались из пещеры горы Хэн, я больше не встречала Инпэя. По твоим словам, раньше Инпэй не владел такой большой силой. Когда мы виделись в последний раз, он был в ужасном состоянии, не знаю почему. Но когда мы встретились на этот раз, он выглядел странно. Говоря о боевых искусствах, некоторые люди практикуются годами, прежде чем чего-то достичь. Есть и те, кто идут кратчайшим путем. Но какой бы путь ни выбрал, он должен заплатить большую цену. Люди рискуют, если хотят достичь чего-то великого. Выглядит так, будто он одним махом достиг вершины. Но он, должно быть, заплатил столько, что представить трудно. Вопреки этому, тщательное изучение боевых искусств может быть самым безопасным способом. Но... Что «но»? Услышав твои слова, мне показалось, что тебя много раз обижали. Поднимается ветер. Уже поздно. Ложись спать пораньше. Уже поздно? Ладно. Лягу пораньше. А ты не идешь? Я хочу немного побыть одна. Ладно. Тогда пойду спать. Зачем читать эти бесполезные записи?
Так это ты? Где та девчонка, что всегда с тобой? Зачем ты пришел? Там, в пещере горы Хэн. Ты была добра ко мне. Думаю, мне следует кое-что вернуть. Боишься меня? Мне просто кажется, что ты изменился. Ах да. В то время я был лишь псом повелителя Цинлуна. Чтобы отомстить, я использовал всякие грязные уловки. Мне жаль. Что тебе пришлось видеть это? К счастью, все закончилось. Теперь я новый хозяин горы четырех стихий. Это метелка монаха Чин Сяо. Откуда она у тебя? Монах Чин Сяо сказал мне, что взял ученики молодого человека. Этот молодой человек был очень умен и быстро выучил три граммы. К сожалению, он принадлежал семье Ли 48 крепостей и не мог быть учеником школы Ци. Никак не думал, что ты его любимый ученик, о котором он все время болтал. Верно, это я. Отдай мне метелку. Отпусти его. Похоже, ты плохо владеешь боевыми искусствами. Наверняка изучаешь три граммы, а мог бы практиковать боевые искусства, как Чин Сяо. В конце концов, ты даже себя не можешь защитить. Господин Энь, успокойся и отпусти его. Чуть-чуть, не беспокойся обо мне. Хорошо. Я послушаю тебя. Монах Чун Сяо попросил меня передать ему это. Я отдаю ее законному владельцу. Если что-то принадлежит не мне, то оно мне не нужно. Шен! Шен! Шен, твоя шея в порядке? Монах! Монах, он в крайне тяжелом состоянии. Неужели мы правда ничем не можем помочь?
Леденящий до костей яд самый смертоносный в Поднебесной с того дня, как его отравили. Мы пытаемся найти решение. Но у нас пока ничего нет. Люди делают яд из чего-то. Сострадающая устрица пропала. Я пойду и найду ее наставника. Если наставник тоже мертв, то я найду его клан. Я не верю, что она изготовила яд из ничего. Ты права. Леденящий до костей яд из чего-то сделан. Из чего-то непростого. Проверив некоторые недостоверные записи, я понял, что леденящий до костей яд был сильнейшим из 100 ядов Великой Книги о травах из Большой Долины Травников. Если мы отыщем эту книгу, то, возможно, найдем и рецепт противоядия. У кого эта книга? Где ее найти? Боюсь, этой книги больше не существует. Что? Что ты делаешь? Друг, ты случайно не видел девушку? Вот такого роста. С клинком за спиной. Она красивая, но выглядит сурово. Нет, такое не видел. Спасибо. Ты не сможешь так найти Джо Фэй. Ты не беспокоишься, а я вот беспокоюсь. Тебе неизвестно, как точно она держит свое обещание. Мы условились встретиться. Если бы она была в безопасности, то пришла бы. Но она не пришла. Может, ей грозит опасность. Нет. Она же не такая, как ты. Она жестокая, отлично владеет боевыми искусствами. Есть такая поговорка, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я уверен, что она в порядке. Что значит, что она не такая, как я? На собрании ситуация была чрезвычайно опасной. Там так много плохих людей, и все они коварны. Неужели она столкнулась с плохими людьми? Нет. Люди 48 крепостей очень хитрые. О чем ты болтаешь? Идем искать ее. Это долгая история. Люй Жунь написал великую книгу о травах. Он был выдающимся талантом. Он потратил всю свою жизнь на написание этой книги, используя все знания о ядах и медицине. Это сокровище Большой Долины Травников. К несчастью, она была уничтожена во время бедствия. Теперь приходится пожинать плоды. На все есть карма. Это не твоя вина. Это судьба Анджи. Он не должен страдать. Я не принимаю такой кармы. Взгляни на себя. Ты была так расстроена. Так быстро успокоилась. Раз вы пытаетесь помочь, значит, есть надежда. Иначе вы бы не рассказали мне так много, верно? Твоя душа и добра, и чиста. Редко можно встретить человека, в сердце которого нет жадности и злости. Вы мне льстите. Я просто не жажду того, чего хотят другие. Он всегда говорил, что ему не везет. Но я так не думаю. Монах, мы с вами проплыли довольно долго. А теперь скажите, чего вы хотите от меня? В скором времени я отвезу Анджи обратно в Пенлай. Чтобы спасти Анджи, я хотел изготовить отвар трех начал, чтобы хоть ненадолго сохранить ему жизнь. Отвар трех начал? Отвар трех начал состоит из трех лекарств. Я путешествовал все эти годы только для того, чтобы найти сокровище, избавляющее от холода. На сегодняшний день я сделал первую порцию. Он примет ее после того, как вернется в Пенлай. Отвар не даст его сердцу замерзнуть.
Если он примет оставшиеся порции в течение 3 месяцев, то, возможно, сможет проснуться. Но чтобы бороться с леденящим до костей ядом, нам нужен самый горячий яд из всех. Его почти невозможно найти. Интересно, сможешь ли ты это сделать? Мы можем положиться только на удачу. Он будет в порядке после приема отвара. Отвар может избавить от симптомов, но не устранить причину. Мне действительно не хватает знаний. Посмотрев все лечебные книги, я пришел к единственному временному решению. После приема отвара... Я поняла. Монах, просто скажите мне, где я могу найти эти сокровища, избавляющие от холода? По моим расчетам, в самых холодных землях на северо-западе скоро зацветет огненный лотос. Такой шанс выпадает раз в 10 лет. У этого лотоса 9 бутонов. Когда все 9 бутонов распустятся, это будет лучшее время, чтобы сорвать лотос. Если пропустишь этот момент, то будешь ждать еще 10 лет. Все зависит от того, сможешь ли ты вовремя достать его. Я обязательно достану его. Пусть ждет меня. Девочка, ты хорошо подумала об этом. Даже если будешь искать лотос по всей Поднебесной, то можешь не найти его. В конце концов, ты ничего не получишь. Я шла и несла его на спине. В то время я думала, что он мертв. Я была в отчаянии. Но теперь я знаю, как его спасти. Будет трудно. Но ведь есть надежда, верно? Это очень разумно с твоей стороны. Дитя, пойди взгляни на Анджи. Нет. Я увижу с ним, как достану огненный лотос. Ох уж эта девчонка. Ты забыла это? Так много людей рисковали жизнями, чтобы завладеть ею. Но смотри, ты бросила это на краю дороги и даже забыла про нее. Это будет мне обузой по пути. Сохраните ее для меня. Я приду и заберу. Молодые люди нынче такие необычные. Странно. Разве он не только что умер? Почему так быстро превращается в ледышку? Братья. Пока ты был жив, мне не удалось тебя спасти. Но теперь ты мертв. Я заберу твое тело, чтобы изучить яд. А это поможет тебе накопить добродетели. Ты ведь не станешь меня винить? Если не ответишь, то я посчитаю это согласием. О, Амитаба. Монах, не поймите меня неправильно. Молодой человек, я бы сам хотел позаботиться о своем ученике. А? Даже если он мертв? Он не мертв?
Янь, никто не появится в таком пустынном месте. Может, вернемся? Иди, если хочешь. Как я могу оставить тебя? Ты плохо владеешь. Чем плохо владею? Ничем. Я имею в виду, что не знаю, как это объяснить твоему брату. Не твое дело. Не нужно ничего объяснять моему брату. Он остался в гостевом доме ждать Фэй. Даже и не думает об этом. Что если Фэй встретила демонов? Бессердечные люди. Иди туда. Больно же! Прости, прости. Я не хотел. Платочек, возьми платочек. Возьми. Интересно, как там Фэй? Если она встретит демонов, будет плохо ей или демонам? Фэй отлично владеет боевыми искусствами, но что толку? Никто не поможет, если она в опасности. Я должна найти ее, или я не вернусь назад. Откуда здесь человек? Ин Хацун? Почему он здесь? Иди скорее, подними его. Шен, не волнуйся сильно за Фэй. Она умна и отлично владеет боевыми искусствами. Она справится. Волнуюсь за нее. Прошло больше года с тех пор, как она спустилась с горы. Теперь стала намного хитрее. Кроме того, мало кто из мастеров боевых искусств может одолеть ее. Еще меньше людей могут обмануть ее. К тому же, с ней остался Сиюнь. Хорошо, если она никого не обидит. Ты прав. Янь с утра пораньше ушла искать Фэй и до сих пор не вернулась. Ты нисколько не волнуешься? Янь еще юна. После стольких переживаний. Может, она еще не оправилась? Но, по крайней мере, она начала понимать, насколько злыми бывают люди. Ты переживаешь из-за монаха Чин Сяо? Она всегда носит метелку с собой. Инь Пэй бы не получил ее легко. Даже если бы украл. Что же нам делать? Брат! Сестрица Чучу! Взгляните, что случилось с Ин Хацуном! Лин-Лин. А. Очнись. Очнись же. Вы что делаете? Что мы делаем? Я вернула тебя назад. Ответь. Отчего ты потерял сознание? Кто тебя вырубил? После собрания... Почему ты ушел, не сказав нам? Ты сам туда ходил? Или тебя кто-то похитил? Янь, не наседай. О, успокойся, пусть отдохнет. Может, он стал глупым, когда его вырубили. Сам ты глупый. Видишь? Совсем безнадежен. Я... Скорее расскажи. Ты видел Фэй? А брат Сусе? Нет. Я рано ушел. Один. Как странно. Тогда кто тебя вырубил? Ты же был сильным, разве нет? Ладно, ладно. Может, он встретил того, ком не хочет рассказывать. Янь, не дави на него. Почему он не может сказать нам? Ты что, сообщник демонов? Да сама ты сообщник. Прекрати уже доставать меня, с Джо Фэй все в порядке. Она сильная девушка, не волнуйся. Ты же только что сказала, что никого из них не встречал. Откуда ты это знаешь?
Ясно. Ты соврал мне. Захотелось сварить суп из змеи. Скажу, я сломаю я все это. Я встретил твою сестру с ее муженьком в лесу. Они сражались с Чу Тяньюнем. Фэй встретила демонов? Ее ранили? Чу Тяньюй мертв. Джоу Фэй в порядке, она в безопасности. Как она смогла убить Чу Тяньюя? Она была не одна. Си Юнь ей помогал, я тоже. Это все невозможно. Не дави на меня. Уходи. Просто расскажи. Хватит толпиться. Просто скажи. Мне так любопытно. Вы все уходите. Джоуфа использовала какие-нибудь новые приемы? Ничего она не использовала, хватит спрашивать. Скажи, скажи, тогда скажи. Как она убила Чу Тяньюня? Дайте мне немного пространства. Уходите. Оставь эти мелочи своим слугам. Зачем ты делаешь это сама? Слуги не смогут сделать это хорошо. Тогда в Большой долине травников никто не мог вырастить это растение. Я изучала его больше 10 лет, прежде чем смогла вырастить. Госпожа. Слуга, вы видели, как господин Ли уходил сегодня утром? Я спустился рано утром, но никого не видел. Куда же он подевался? Госпожа, не волнуйтесь. Может, он ушел настолько рано, что я его не заметил. Возможно, он скоро вернется. Сестрица! Сестрица, ты куда? Янь, ты видела своего брата? Брата? Что он натворил? Я искала его, но он исчез. Он снова ушел, ничего нам не сказав. Вчера он выглядел странно. Уставившись на метелку, он сказал, что беспокоится о монахе Чин Сяо. Наверное, он ушел искать монаха. Но нет, я должна пойти за ним. Сестрица, там слишком опасно. Ты не можешь уйти. Янь. Твой брат все это время защищал меня, а теперь он в опасности. Я должна разделить с ним эту ношу. Более того, он, скорее всего, столкнется. Янь, жди здесь, пока мы не вернемся. Я знаю это место. Думаю, я найду его. С кем столкнется мой брат? Доклад, хозяин. Госпожа Уза, которой просили присматривать, покинула гостевой дом. Она правда собирается вернуться в 48 крепостей с этим парнем? Она ушла... одна. Одна? Она даже не владеет боевыми искусствами. Как она справится в дороге? Наши люди ясно это видели. Но похоже, она направляется не в 48 крепостей. Прикажи им следить за ней. Подготовь лошадь, я скоро буду. Есть. Без этого евнуха, цветы,
цветут еще прекраснее. Согласен? Разве? Когда ты рядом, я никогда не обращаю внимания на другие цветы. Не перебивай. Ты знаешь, что я имею в виду. Ты использовал других, чтобы убить Чутяньтюэ. Даже у командующего ничего нет против тебя. Ты меня неправильно поняла. Я не использовал других, чтобы убить Чутяньюня. Я хотел убить двух зайцев одним выстрелом. Если бы я хотел убить Чутяньюня, он был бы уже давно мертв. Я оставил его в живых, как приманку для кое-чего другого. Прости, что огорчил тебя. Ты имеешь в виду слияние неба и моря? Если я правильно полагаю, слияние неба и моря скоро покажет себя. Нельзя больше забывать о твоем ранении. Мы должны открыть слияние как можно скорее и найти великую книгу о травах, чтобы вылечить тебя. Ты меня заболтал. Если слухи верны о том, что кто-то снова использовал движущие облака длань, то я уверена, что смогу помочь найти девушку, которая забрала печать воздержания. Ты никуда не выходишь, но так хорошо осведомлена. Я отравилась Сяо Чуаню леденящим до костей ядом. Он безрассудно использовал боевые искусства, поэтому скоро умрет. Если он хочет выжить, то ему нужен самый горячий яд, чтобы побороть леденящий. Огненный лотос вырастает раз в 10 лет. Думаю, эта девочка уже отправилась за ним. Тянин, ты действительно очень умна. От тебя пользы больше, чем от тысячи солдат. Раз так, то я отправляюсь лично. Нет. Ты почти помешался на тренировках. К тому же тебя ранили в крепости. Ты не можешь пойти. Джо Фэй уже мастерски использует ломающий лед клинок. Я не думаю, что другие смогут справиться с ней. Отправь Тянкуана. Ни за что. Я сказал, что Лу Тянькуан будет отвечать только за твою личную безопасность. Сейчас не время поручать ему задание. Слияние неба и моря скрывалось больше 10 лет. Теперь оно наконец появилось. Я не хочу его упустить. Но... Тянькуан пришел к нам из холодных земель. Не думаю, что Джоу Фэй сможет победить его на заснеженной горе. В этом есть смысл. Перед тем, как присоединиться к демонам, он был известен как Снежный Волк. Сушеная маринадом кожура. Имбирь. Волчья ягода. Красный финик. Что еще из этого может помочь против холода? Имбирь, красный финик и волчья ягода могут вывести леденящий до костей яд? Не смеши меня. Верни мне книжки. Нет. Ты не ищешь противоядие. Почему тогда я не могу? Даже не даешь посмотреть. Пока ты найдешь противоядие, братец Се успеет несколько раз переродиться. Ты что несешь? Он еще жив. Ни один лекарь не откажется от него, как ты. Уходи, не мешай мне. Что ты тут делаешь? Ищу противоядие для братца Се. А вот он махнул рукой на братца Се. Ты же единственный потомок Большой Долины Травников. Мы рассчитываем на то, что ты сможешь вывести яд. Неважно, что ты плохой лекарь, но почему сдаешься? Я уж лучше наследника Малой Долины, который ничего не знает о врачевании. Ты... К тому же Большая Долина уничтожена. Отдай мне Хун Юй, я сейчас же уйду. Не отдам.
Фэй повсюду ищет противоядие. На кону человеческая жизнь. Ты не можешь уйти, пока не найдешь противоядие. Сколько раз я говорил, я не могу сделать противоядие. Отдай мне. Уходи, если хочешь. Хун Юй с тобой не пойдет. Ладно. Посмотрим, за кем проследует Хун Юй. Что с вами не так? Раньше мы были счастливы вместе. Теперь братец и умирает, а Фэй ушла. Мой брат и Чучу тоже ушли. Даже ты уходишь. Уходи, если хочешь. Я сама смогу найти противоядие для братца Си. Сделай что-нибудь. Сам расхлебывай свою кашу. Я не знаю, что делать. Хватит плакать, хорошо? Нет. Я не уйду, ладно? Помоги мне найти противоядие. Я сделаю все, что в моих силах. Отдай мне Хун Юй. Ни за что. Не плачь. Я видел, что слуга принес несколько дзиней лягушек. Хун Юй они понравятся. Что ж, ступай вниз и посмотри. Или их съедят другие посетители. Правда? Хун Юй, идем. Она всегда такая. Госпожа. Слуга, слышала, у вас есть свежие лягушки. Вы их еще не убили? Вы хорошо осведомлены. Они еще живые. Подождите немного, я принесу их. Хорошо. Хун Юй, скоро полакомишься свежими лягушками. Я просил пойти Чу Тяньюя, чтобы он захватил слияние неба и моря. Нам было приказано не спускать глаза с Чу Тяньюя. Мы узнали, что он попросил своих людей тайно задержать старика Лю Юляна. Гостевой дом Лин-Лин. Дядя, вы ранены? Вы в порядке? Проваливай. Держись подальше. Дядя, не будьте таким неблагодарным. Я думаю, что ваши раны нужно перевязать. Мой друг отличный лекарь. Он сейчас наверху и сможет вас осмотреть. Замолчи и сядь. Дядя, как вы спутались с демонами? Движущие облака длани, ломающий лед клинок, не имеет значения, потому что их обладатели не знают секрета слияния неба и моря. Ключ к нему – это Лю Юлян. Сколько вас? Прошу, проходите. Мы ищем человека. Не мешай. Сиди смирно. Если кто-нибудь спросит, скажи, что ты меня не знаешь. Найди хозяина. Все в порядке. Они и мои враги тоже. Их враги хорошие люди. Я спасу вас, не волнуйтесь. Какая встреча?
Ты уже так стар, но двигаешься быстро. Чтобы найти тебя, мы обижали весь город. Чего остановился? Слишком слаб, чтобы бежать дальше, да? О чем ты говоришь? Ты нашел себе помощницу? Я не помощница. Как вам не стыдно, демоны? Средь бела дня издеваетесь над стариком. И хотите навредить слабому. Не будет стыдно, если другие узнают. Разве вы не позорите хозяина Шэня? Именно.随随心念坠落船，此生只有了这牵绊。我曾高度自安然，还没带你纵横青山，还没将你的发轻挽，还没好好在这纷乱里纠缠，牵你那把都还没还。 为江山，为你愿把热血洒，管他又是谁的天下。既恨赤血飘到哪里才是家，不如让我把你融化。当群烟染五星，却化作前世的开。